Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1535. События дня. Евангелие от Иоанна 13:13. Вы называете меня утешителем и Господом. И правильно говорите, ибо я точно то. 1 Коринфянам 12:3. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ну и далее все места, подтверждающие это. Учителем. Вы сказали утешителем. Все можете считать. Подтверждающие о том, что Иисус есть Бог. Иисус Христос, Бог и человек. Это все места такие, за 24 февраля 2020 года. И обращение за помощью. Купить комбайн новый, старости нашему. Может, найдется благодетель. Тут вопросы. Вот заканчивается уже начитка. Просто вот какие, сколько страниц, кого насчитывается, вот.
спрашивает про фильм «Досталь, раскол». Я отвечаю. Библию вчера Рафаэл покупал и оттуда выходил несколько раз. Та книга не та, как узнать? Вот я ему все рассказываю, настоящая Библия, он рад так. Это как проповедовать, никого не бояться. Отвечаю на вопрос студентам. Все, ну что, день прошел. Благодарение Богу. Занимался все как всегда в компьютере. Погода хорошая. Но завтра показала температура такая. Голубь, который был у меня, я его вынес. И гляжу, он крылья опустил. А это признак плохой. Крылья опущены, ниже тела, что он теряет силу. Ну, когда стемняло, взял фонарик, пошел его, нашел и принес. Сейчас он у меня в комнате сидит. А дальше будет теплее, выпущу. Вертящика была неисцелимая болезнь. Вылечился, как Господь исцелил. Вот так.